По себе знаю, что воспитать ребенка, спортсмена весьма нелегко. Мы все вместе переживаем, мы все вместе за них волнуемся. Мы радуемся их победам и огорчаемся, если что-то у них не получается. Надеемся на новые положительные результаты. Поэтому вот в вашем лице я сегодня хотел бы выразить признательность и в том числе вашим семьям, вашим родственникам, которые, наверное, также вместе с вами переживают по поводу ваших детей. Габил очень хотел футбол. Он любил футбол. Вот я его заставила, у нас рядом вот пионерка, где он занимается, чтобы занимался боксом. Вот и он пошел с радостью, до сих пор занимается уже 10 лет больше. Постоянно бывает в разъездах, дома мало бывает. И я его ждем, переживаю, он это сам прекрасно знает. Соревнования у нас проходят каждый месяц. В месяц бывает у него соревнования 4-5, то есть это каждую неделю. Он обязательно куда-нибудь уезжает. И сегодня вы правильно отметили, что бесконечные переживания мамы за сына, то, что сыну постоянно нет дома, сын где-то. Ездит он по всей России, также соревнования проводятся в странах СНГ. Так что я думаю, что географию нашей страны он изучил уже очень хорошо. Сегодня, что я испытываю, прежде всего, это, наверное, чувство гордости и радости за своего ребенка. Я рада, что он достигает победы, стремится к ним, что у него есть еще к чему расти дальше. Вот, но на данном этапе я очень счастлива за него и очень рада.